Юбилей совместной жизни Иван Шматко вынужден встречать в постели. Расстроен. Несколько дней назад сломал ногу. Но главное, что супруга рядом, говорит Иван Калинович. А еще друзья, знакомые и любимая дочь. Сегодня в их доме было много людей. Звучало столько же теплых слов. От общества инвалидов, совета ветеранов, местного ЗАГСа и ТОСа. Иван и Мария Шматко в браке 70 лет. Они познакомились в Казахстане еще до войны. Поженились за полгода до ее окончания. Ноябрь месяц. В конце, а через полгода война кончилась. Вот это было наше счастье всей страны. Иван Калинович прошел всю войну. Освобождал Ленинград, воевал на Первом Прибалтийском фронте, штурмовал Кёнигсберг. Там получил тяжелое ранение. После окончания Великой Отечественной работал заместителем директора Сочинского завода, а его супруга – медсестрой. Сегодня Марии Даниловне 90, Ивану Калиновичу 93. Их руки и ноги – единственная дочь Людмила, радость, внук и правнук. Родители – это мое счастье. Таких родителей единицы во всем мире. Я счастлива, что у меня вот такая замечательная семья. Вы гордитесь ими, да? Я очень ими горжусь. Очень. Ну, такими людьми нельзя не гордиться. Они действительно уникальны. Секрет брака длиною в жизнь. По Шматко – это любовь и уважение. Семьей надо дорожить, говорят супруги, и не обижать друг друга. Только так можно провести 70 лет вместе, дожить почти до века, сохранив ясность ума. Просто как-то, наверное, мы друг к другу подошли, любим друг друга, ценим друг друга, не обижаем. Меня муж никогда не обижал, даже словом. 70 лет вместе. Подобные пары – большая редкость. Такой юбилей называют благодатной свадьбой. Как говорят в народе, в таких семьях любовь – это благодать, посланная самим небом. Ольга Десятова, Борис Сосин, телекомпания ФКТ.